За добросовестный многолетний труд, за вклад в развитие региона, за добрые дела. Сегодня ордена и почетные грамоты вручили отличившимся рязанцам в знак глубокого уважения от руководства страны и Рязанской области. Губернатор Павел Малков отметил, что особые достижения у нашего региона в социальной и экономической сферах. Он также подчеркнул, что это заслуга всего рязанского общества. За всеми этими достижениями огромный труд большого количества людей. Ну, у нас в регионе много талантливых и равнодушных жителей. Мы сегодня отметим наградами самых отличившихся. Уважаемые друзья, каждый из вас по праву заслужил уважение земляков. Гордимся тем, что вы живете, трудитесь здесь, в Рязанской области. Я желаю вам всем здоровья, благополучия и успеха. Особую благодарность глава региона выразил многодетным семьям Кураевых и Абакумовых, а также юношам из Скопина, которые спасли людей во время пожара. Когда уже люди из соседних домов начали сбегаться, сказали, что не всех людей эвакуировали. И в окнах на первом этаже...